Всем привет! С вами интернет-магазин «Дом игры». Сегодня мы хотим вам показать серию конструкторов торговой марки «Коби». Это делает Польша. Вот, рекомендуем мы возраст данных конструкторов от 5 лет. Вот, в серии здесь очень много разных. Вот, и значит, смотрим, мы один предварительно наборчик открыли. Вот, чтобы посмотреть и вам показать, какие тут детальки. То есть, к примеру, в этом наборе, как показано, 90 деталек. Здесь есть два человечка, это тоже указано на коробочки. И, к примеру, мы можем собрать с этого набора вот такого погрузчика, погрузочную машину и таких вот два человечка к нему. Детальки очень хорошего качества, они классно крепятся между собой. Вот такие вот детали. Вот. В принципе, это как Лего, я думаю, все мальчишки это знают, этот конструктор, и знают, как он крепится. Вот. Значит, здесь есть вот такая вот инструкция. Инструкция пошаговая и красочная. То есть тут указывается, ну, к примеру, указывается, сколько деталек нужно взять, каких взять, какое количество и как соединить. И вот так. Следуя вот такой вот пошаговой инструкции, можно собрать вот погрузчика вот такого. Вот, вот. И в конце, в итоге, что у нас получится. Вот. Эти конструкторы полностью совместимы между собой, вот эта вся серия. Вот. Тут, к примеру, у нас есть вот такая вот картинка, то есть тут мельница. Этот конструктор, к примеру, из 40 деталек. Вот. Дальше конструктор, к примеру, полицейский. Это тоже из 40 деталек. Вот такая пожарная. Тоже из 40 деталек состоит. Дальше есть вот такой на 90 деталек. То есть размер деталек точно такой же, как вот в этом конструкторе, который у нас открыт. Вот, только вот немножко побольше. И в этом первом конструкторе, который я вам показала, вот это на 90 деталек. Вот. Есть вот такой вот полицейский, тоже на 90. Дальше. Есть вот такой вот полицейская тоже машина на 150 деталек. Тоже это указано. То есть собирается машина, вот такая вот дерево, и тут тоже два человечка, то есть полицейский и грабитель. Так, есть вот такой вот на 150 деталек. Тут у нас ферма, вот такой прям дом собирается, ну, ферма, здание, вот, и получается лошадь, и вот тут тоже также два человечка есть. И самый большой конструктор, это вот такой вот корабль собирается на 250 деталек. Тоже, опять же, по размеру они точно такие же, как вот в первом конструкторе, только на большее количество деталей. Такие конструкторы вы можете приобрести в нашем интернет-магазине «Дом игры». Спасибо за внимание, до новых встреч!